В торговом центре «Каскад» на 4 дня снова открыли пункт вакцинации от COVID-19. С сегодняшнего дня и по воскресенье здесь примут тех, кто ранее уже сделал прививку первым компонентом. Уже прошли положенные 3 недели. Тогда прививку сделали 327 человек, большинству более 60 лет. А с 25 по 27 марта в прививочном пункте ждут тех, кто сделал прививку с 4 по 6 марта. Пункт вакцинации будет работать с 14 до 19.30. По данным Федерального оперативного штаба, в Чувашии сегодня заболели 45 человек, выздоровели 38. Скончались 6.